Одни падения, в общем-то, захватывают дух зрителя, ну а другие, наоборот, смешат. Ну, во всяком случае, действительно, бывает это очень забавно. Особенно, если падают герои голливудских фильмов. Вот так вот железный человек насмешил детей и их родителей на вечеринке по случаю дня рождения. Он просто взял и упал. Действительно, детям было очень весело, но самое главное, конечно, что в этом ДТП обошлось без жертв и разрушений. Один из самых любимых детьми персонажей комиксов сделал вид, что все так и было задумано. Хотя некоторые дети все-таки немного испугались. Но Железный Человек через некоторое время встал, отряхнулся и, как ни в чем не бывало, продолжил веселить народ, но уже без падений.